Наталья, какую компанию вы представляете? Мы представляем компанию «Полезно». Наталья, сегодня все здесь собраны с какими-то новыми разработками. С чем вы приехали? Мы приехали со своей основной коллекцией, которая у нас на сегодняшний день насчитывает порядка 150 наименований. Это и безглютеновые смеси для выпечки, очень классные, новые супы, новые льняные каши с прекрасной консистенцией, очень вкусные. Именно этим мы отличаемся, собственно, от конкурентов. У нас очень интересная коллекция травяных чаев, в которой присутствуют и такие специалитеты Забайкальского края, как сагандайля, синий тайский чай и очень интересные миксы травяные, за которые, собственно, нас и любят наши клиенты. Сейчас очень актуален вопрос экологичности. Есть ли у вас экологичные товары? Если нет, то собираетесь ли их внедрять? Вы знаете, концепция нашего бренда – это товары под, скажем так, знаком Clean Label. Что это значит? Это значит, что в нашей продукции вообще не содержатся ароматизаторы, консерванты, красители и любые другие химические добавки. Clean Label – это значит, что этикетка, которую вы видите на нашем продукте, она понятна даже ребенку. Вот, собственно, этой концепции мы и стараемся придерживаться, производя наши продукты. И самый главный вопрос для всех производителей – как вы реализуете ваш товар и сложно ли попасть на прилавки торговые крупных ритейл-сетей? Это непросто, и это нормально, потому что мы даже как покупатели заинтересованы в том, чтобы на прилавках сетей были самые интересные и вкусные продукты. Да? Соответственно, для того, чтобы туда попасть, ты должен чем-то отличаться от общей массы, ты должен быть вкуснее, красивее, понятней, да? И что-то в твоей концепции должно цеплять обычных людей, коими в том числе являются, например, байеры сетей. Да? Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, вы сегодня найдете себе крупную ритейл-сеть.